Реальное поколение растет. Воспитаем достойную молодежь и замену себе. Мужичок с ноготок, школьник 10-летний, работает на школьнике 25-летним или 35, а может уже 40-летним. Егор будет скоро Пегги. Пегги учится делать. Отрезаем деталь. Лицо попроще, серьезный такой. Двумя руками можешь помогать, двумя ручками. Смотрите на это довольное лицо. Довольное лицо не от компьютера или телефона или планшета, а от своей работы. Это, наверное, правильно. Правильное воспитание. Можешь прибавить, прибавляй двумя ручками. Смотри по стружке, чтобы не сломать резец. Прибавляй, Егор, не стесняйся. Давай, прибавляй. Ну покажи, что у тебя получилось. Покажи. Пега горяченькая. Какая пега? Осталось что, просверлить? Вот такие пеги будут. Ага, все, сфокусировал. Все, убирай. Ну молодец, Егор. Завтра будем, послезавтра сверлите дальше. Можешь пока с собой взять, показать маме. Так, пошел режим у нас. Сверление, сверлим. Можешь остановить и проверить. Вывести, да.
и проверить, сколько просверлил. Готово твоя пега? Угу. Сейчас надо фасочку сделать еще. Угу. Теперь отведи сверло, отведи бабку, сверло. Сейчас. И этот, на самом максимум, да. И замери ее вообще глубину, длину, на которую ты просверлил. Как я тебя учил? Ты выдвигай штангелем там. Выдвигай. Вот до конца, чтобы уперло. Только не в самый центр, а в краешек. Вот все, да. До конца. Все, высовывай. И сколько там? Снимай заготовку. Вот твоя заготовка готова, пега. Первая пега, покажи всем. Красивую пегу. Угу. Вот такая пега получилась у Егора. Первый раз в 10 лет освоил станок. Буквально за один день, да? Все, молодец. Будем дальше продолжать. Все, всем удачи, всем пока, всем, кому интересно было, интересно это видео, поддержите лайком, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.